Ловите респект, с вами Димбек, и сегодня мы продолжаем играть в Starfield. Погнали. Кажется, я понял, что было не так. Черт. Звездолёт Фронтир — это служба безопасности объединенных колоний. Держите курс и готовьтесь к сканированию. Экран держится. Сканирование завершено. Контрабанда не обнаружена. Вы допущены к посадке на Новом Атлантисе. Операционный код UC-828. Ой, что происходит? А, вот сюда мне надо, да? Тихо. Эй, Васко! Что? Нет? Барретта? Да, гадали, опять протокольный Индиго. У вас потрясающая память. А вот и наш новый капитан. Так. Да, мой корабль нуждается в ремонте. Конечно, мы... Да, мой корабль нуждается в ремонте. Конечно, мы его починим, и он будет как новенький. Это New Atlas Transit или Нарат. Маска, да, мы можем доставить его непосредственно в район Маст. Давайте в район Маст. Ну, я не знаю, насколько здесь большая карта, потому что тут несколько звезд. Так, ну погнали. У меня такое чувство, что сегодня будет отличный день. Вы согласны? Вода весьма эстетична, так и сказал Барретт. Большая часть энергии в Новой Атлантике вырабатывается за счет современных. Да, потому... Так, окей. Погнали. Фиг знает, куда им нужно идти. Точнее, как-то попасть. Потом я пойду вот так. Мы можем находиться в городе Объединенных Колоний на созвездии Дина, абсолютно нейтральная организация, и так было всегда. А вот и мы, Лоджи. Если вы возьмете в руки часы, которые давал вам Барретт, входная дверь откроется. Если я с другим членом созвездия, они будут ждать его вот нас внутри. They will be waiting for us inside. If Barret were here, he'd probably tell you. Если бы Барретт здесь, он вероятно сказал бы вам, что вы теперь часть чего-то большего, и он надеется, что вы сделаете это место своим домом. Да ладно, совершенно нелепо. Самая легкая пари, которую я когда-либо выбираю. Выиграю. Вы действительно считаете так? Похоже, у нас появился посетитель.
Welcome to Constellation. Добро пожаловать в Созвездие. Нам есть о чем поговорить. Не могли бы вы рассказать нам, что случилось с нашим другом? Почему вы здесь? А, он нет. А, пираты напали. А, Барт просил мне достать артефакт. Понятно. Васко, проверить. Все сделанные заявления носят логический характер. О, это просто типично. Барретт, наш корабль и наш робот какому-то случайно сотруднику из компании, которая нас продала добычу полезных ископаемых со скидкой. Уолтер. И если бы не мы настояли на заявке этих аварийных протоколов, я гарантирую вам, что этот разыскал был бы на полпути к Неону. Но это не произошло, он здесь с артефактом. Спасибо, Матео. Теперь давайте сосредоточимся на том, что перед нами. Хорошо? Что произошло при извлечении? Видел ли кто-нибудь что-нибудь? Слышал ли что-нибудь? Это были яркие огни и музыка. Интересно, похоже на описание опыта Барретта с меньшими приукрашиваниями. Вот, вы слышите? Теперь вы все мне верите. Случилось это или нет, сомнений не вызвало. Но, честно говоря, Хазри, если ты ожидаешь, что мы будем верить в сказки, если это тайна Вселенной, то почему она не может быть частью нашей тайны? Высшей тайны. Господа, не могли бы мы сосредоточиться? Ноэль, думаю, настало время проверить твою теорию. Верно, давайте посмотрим. Мы знаем, что артефакты реагируют на это. Уже имеющиеся у нас предметы двигаются на причинном контакте. Теперь, если мы добавим этот новый к двум, который у нас уже есть. Артефакт. Если бы мы могли положить на его на стол здесь. Вот и все. Так же, как и другие. И представь себе, что сначала думают, что их только двое. О, боже мой, вот оно. Они реагируют. Смотрите, как все складывается. Та энергия, которая возникает между ними. Ни один промышленный материал настроенных систем не способен на такое. Ни один из них. Это доказывает, что... Спокойно, девочка. Дыши. А то у тебя будет сердечный приступ. Она не единственная. Если они собираются вместе, значит, есть набор. Построена разведка за пределами населенных систем. Сеющие 2000 кредитов на наше маленькое пари, Хатри. Ты в деле, Уолтер. Если бы у нас были все ответы, это было бы неинтересно, не так ли? Не хочу отвлекать от текущего момента. Но что мы будем делать с нашим новым другом? Итак, ты готов к успешной работе? Посмотрим, является ли разведка той жизни, которую ты хочешь вести в этой маленькой вселенной? Хорошо, я в деле. Расскажите мне, что будет дальше. Тебе следует потратить некоторое время, чтобы освоиться. Представь всем, некоторые из наших членов здесь нет, но ты скоро с ним познакомишься. Найди меня, когда будешь готов. Мы с тобой будем путешествовать вместе. Нам очень ноги. И здесь, я думаю, ты заслужил кое-что за то, что принес артефакт. В дополнительном кредите, там почему бы не снабдить тебя рюкзаком с возможностью усиления? В любом случае, он понадобится при любых условиях. Только не забывай о голове. Не стесняйся, угощайся, парень, я не пью, но мне кажется, если бы пил, то сейчас было бы самое время. Попадает в приятности, и все просто понимаешь, что с ним будет в порядке, но все же. Это было напряжённо, не так ли? Артефакты, я имею в виду, извини. Это должно быть немного подавляющее тебя сейчас. Наверное, много лишнего, раз я об этом думаю. Я Ноэль, очень приятно познакомиться с вами. И спасибо, что привели к нам артефакт. Сара сказала что-то о месте, где я могу остановиться.
А, значит, планируете остаться? Хорошо. Я думаю, мы сможем найти третье место. А по пути я могу провести для тебя сокращенную экскурсию. Верно. Пойдем наверх. Себастьян Бэйнс, основатель компании Constellation, построил это место несколько десятилетий назад. В то время это было большим событием, но большинство людей в городе уже забыли о том, что мы здесь находимся. Как мне идти медленнее, не понимаю. Ладно. О, найс. Идешь? Идем. Парам-парам-парам. Вот барная стойка, значит. Так что у вас тут есть? Итак, это бар. Обычно тендера нет, так что угощайтесь. В пределах разумного, конечно. Теперь посмотрим на эту комнату. Тебе повезло, мы уже почти набрали максимальное количество человек, но одна комната еще свободна. Приятно, что здесь так много народу. Пам-пам-пам-пам. Так, не, ну я здесь жить не буду. Сразу говорю. Веди мне дэш. Это, видимо, тоже не мое. Ладно. Какой корабль? О, обычный корабль. Прикольно. Так, ладно. Хорошо, ты, это будешь ты. Общая комната с одной стороны, так что там будет тихо, а Матео с другой стороны, так что может быть немного менее тихо. Я уверен, что у Сары есть что-то запланированное для каждой из нас. Ну что, ты готов приступить к работе? Или было еще что-то еще? Ну, я готов. Мы будем заниматься старомодной такими работой, артефакты относительно интерны. А, инертные, когда они выходят, это означает, что люди могут передавать их по кругу, даже не зная, что это такое. Я сообщал своим старым знакомым, чтобы они были начеку в поиске странных металлических предметов. Обычно ловят много шума, но наводка от US One Guard звучит интересно. Должен признать, я взволнован. Моя первая миссия. Я тоже чувствую себя так же. А когда начинала, в воздухе витает электричество, когда знаешь, что вот-вот что-то откроешь. Но дело не только в этом. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы видеть, как ты справляешься с собой. А чтобы ты больше узнал о нас. Я останусь с тобой, мы будем путешествовать вместе, пока либо не найдем артефакты, либо не иссякнет эта ниточка. Понял ты, и я пока не получим артефакт. Нам нужно отправиться в Маст, отметиться в электронном офисе Авангарда. И послушайте, кем бы ты ни был раньше, и чем бы ты ни занимался, где окажешься на свободе, мисс Сёрона, лишь бы ты не привел ее свою такси. Каждое созвездие — это его собственная совесть, понимаешь? Понятно. Хорошо, давай немного прогуляемся по Новой Атлантиде, хорошо? Я надеюсь, что ты удовлетворен имеющимися у вас кварталами. Так, куда? Пара-па-па-па-пам. Так, мне найти какой-нибудь магазинчик. Не помешало бы. Closes. Давай сюда зайдем. Даже интересно, что это такое. Швейные мастерские. Что у вас тут есть, а?
Раз сообщите, если нужна будет помощь. Давайте посмотрим, что у вас есть. Пока без... Арсенал кентавра. Ну я дуть оружие. Да. Вы здесь, потому что вам нужно что-то, что, с чем можете связаться, что, на что можно пожиться? Я права? Добро пожаловать в Арсенал Кентавра, с удовольствием помогу вам приобретение оружия и решение любых вопросов. Все продукты являются окончательными, но это не имеет значения, потому что вы можете, несомненно, оставаться довольны своей покупкой. Даю вам слово. Ну что у вас тут есть, давайте посмотрим. Пожалуйста, смотрите. Оружие. Фигня есть. Фигня. А это до хрена, конечно, стоит. Я бы взял. Идем. Так, ну идем. Как мне убрать оружие, не понимаю. Сэр, рад тебя видеть. Это твой друг. Еще один исследователь космоса. Эй, ты никогда не думал о том, чтобы присоединиться к авангарду, помочь объединенным колониям заработать немного кредитов? Даже получить гражданство ЮС. Может быть, позже сначала нужно обсудить дела созвездия. Ладно, ладно, нельзя винить меня за то, что я пытаюсь вернуть. Я имею в виду, что я все еще не отказался от попытки. Это игра, которую мы играем. Он спрашивает, я говорю нет. Вот что у меня есть для собой. Доброволец он гайд по имени Муара, Магай, который любит старый район, Сол, Марс, Нептун. Ну, вы понимаете. Система Сол? Какого адмирала он расстроил, чтобы получить эту должность? Он марсианин, родился и вырос. Не то, чтобы я мог заставить кого-то еще заботиться. Говорят, что у него есть какое-то причудливое металлическое украшение, которое он демонстрирует стражилам. Подходит под описание. Мы поговорим с ним, я уверен, что мы сможем сделать ему хорошее предложение. В системе Сол много планет. Такой ветеринар, как Муара, может регулярно нахитить. Вы имеете в виду посещение баров, не так, Джон? Эй, нет ничего плохого в том, чтобы немного освежиться между патрулированными. Спасибо за помощь, Джон. Все, что угодно для Сары, ОС всегда заботится о своих, даже о блудных детях. О, брат. Кстати, серьезно, слушайте, когда же не о найме. Просто проходи ко мне, когда будешь готов. И есть хороший друг. Окей. Я подумаю. Ладно, погнали. Переборный воздух, а просто не то же самое, что настоящее. Посмотрите повреждения в окружающих средних кораблях, ванпостах и местах, где можно спокойно отдыхать и дышать.
Building Cydonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Cydonia полностью под землей. Так, я не все прочитать, ну ладно. Идем. Да, видите, что значит нет работы? Это же велика, но она оплачивает счета. Извините. Здесь будут риски более 10 лет. Не совсем. С своими проблемами я не психиатр. Я бы... Так, я ищу авангард по имени Моана. Его не было, ушел в патруль, с тех пор не возвращался. Я уже начал подумать, что пора бы вывести его в самое черное море. Так, ага, давайте это выберем. О, поверьте мне, я слышал это. После третьего или четвертого раунда он только об этом и говорил. А у него такой голос. Слушай, я бы с радостью помог христианину, особенно пропавшему, но... Слушай, так... У него счет, и вы не знаете, вернется ли он. Это много кредитов, понимаете? Я долгое время не обращал на это внимание, потому что он постоянный клиент, но если потеряюсь эти деньги, у меня будут проблемы. Что скажете? Я проделал эту рутину. Давайте перейдем к той части, где вы знаете, что лжете о том, сколько он должен. Нажимаешь меня лжецом? Я вышел на вас обоих из этого бара. Прямо сейчас. О, пожалуйста, два незнакомца прибыли из другого мира и просто информация, которую владеете только вы. И все возможности, все всегда так делают. Снизьте цену. Не думайте, что мы не можем найти другой способ получить то, что мы хотим. Прекрасно. Давай-ка еще вот это. Да ладно, жизнь на Сидоне недостаточно тяжела. Ты собираешься меня обвинять? Что для тебя важнее, деньги или жизнь Муар? Так. Я сейчас буду представить его там. Один, и вот протягиваемся ему деньги. Думаю, я должен задать вам даже вопрос. Ты платишь или как? Я хочу, чтобы его нашли. Я хочу... Хорошо, я сдаюсь. Просто пытаюсь заработать на жизнь здесь. В прошлый раз, когда он был здесь, Муара все время кричал о даме любви. Пел песни и все в таком духе. Венера, это всего лишь одна планета. Вряд ли это целый маршрут патрулирования. Я получил то, что получил, ясно? Ладно, мы справимся. Здравствуйте, что у нас здесь? Видите скопление кораблей? Воруинские зелоты. Когда-нибудь сталкивались с такими? Полностью преданные божеству, которые называют великим змеем. Пожиратель неверующих. Я позволю себе предложить, что произойдет, если не нас заметит. Так. Нет, но я думаю, что я вижу кое-что еще, что могло бы... А спутниковый маяк ОС видит в тревожной близости от кораблей Варуумов. Если мы сможем подобраться к нему достаточно близко, мы сможем включить его логи и выяснить, куда наш Вангуард направляется дальше. Поэтому нужно обратиться на маяка, не подвергаясь нападению.
Точно, минимальная мощность корабля идет. Идем медленно, захватываем данные со спутника и уходим в прыжок. В следующей серии, поэтому на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.